А кто у меня тут такой колесенький? Всем доброго вечера, всем доброго вечера. Кто тут такой Позевуль? Позевулькин. Ой, милочка, на стуле на кухне спала, говорит, и я тут, я тоже рядышком, да? А что за сонные мышатки? Что за сонные мышатки? Пойдете всем спокойной ноченьки желать? Да? Спокойной ноченьки и приятных снов, да? Вигусинка, девочка пошла что-то проверять. Под елочку она. А вдруг что там интересное, да? Вдруг мама подарки спрятала? Нет, миленькая, там подарочков. Нет, это еще не Новый год, зайка. Это трон себе заняла, да, как обычно. Медведь, медведь, маленький медведь. Всем спокойной ночи хочет пожелать Мишка. Мишка Гамми, да? Ты Мишка Гамми маленькая. А этот Мишкин. Ай, Чухан-Ворчухан. Чухан-Ворчухан ты маленький. Маленький белый Ворчунки. Ворчать уж больно он любит. Такой колесики. Ну-ка покажи, ну покажи. Да-да-да, вот так вот ты любишь ворчать. Покажи еще раз. Скажи, нет, по заказу я не ворчухаю. Ой, что за милота. Вот, вот так вот он ворчит. Скажи, когда ко мне кто-то пристает, тогда я ворчу. Да, этот фиенок, ребенок. Всех доставака, да? Ты маленькая собака доставака. Давай всем пожелаем. А я хвостом махака какая. Тик-тик-тик-тик-тик. Давай пожелаем всем спокойной ночи, хорошего настроения и замечательных-замечательных снов. Так, ты с этой стороны оббежал, да? Чтоб фейка тебя не доставала. Маленькая собака-доставака. На эти диван заняли. И тоже всем желают спокойной ночи. Еще одна ночка у нас до праздника осталась. И будем все праздновать. Всех обнимаем и до завтра, наши дорогие.